Так, ну вот, 121-е почтовое отделение, город Волгоград. Это Спартановка. Пожалуйста, письмо заказное, без уведомления. Почему ответа там нет в жалобной книге? Не поняла. Ответа. Почему нет жалобной книги? Где отказ письменно, что вы отказываете? Я не знаю. А кто я знает? Начальник. А где начальник? Выходной сегодня? Нет, почему? На место начальник. Пожалуйста, принимайте. Написано, кто отправитель. Давайте напишу. Пожалуйста. Паспорт можно? Паспорта нету. Да. Не передаю персональные данные. Я посмотреть хочу паспорт. Я вам уже показывала, вы смотреть не хотели. Сегодня у меня паспорта нет вообще. Я не видела ваш паспорт. Дайте мне паспорт. У меня нету с собой паспорта. Фотографии. Я еще раз говорю, у нас не военное время. Нет у меня никакой паспорта. Фотографии. Вы мне удостоверение свое покажите сначала, почтового работника. Мне? Какое вам почтовое уведомление? У вас есть удостоверение почтового работника и ваш паспорт? Покажите мне ваш паспорт. Хочу посмотреть, что вы вот Анкина или Аникина, как там у вас. Я так вы мне не дали в прошлый раз. Вы то хотите смотреть, то не хотите смотреть. Я вам уже его показывала, сколько можно. А вот скажите, что будет от того, что я вам покажу паспорт? Вот он ко мне отношения не имеет никакого. Я не паспорт. Я человек. Паспорт ко мне отношений все равно не имеет. Это... Паспорт с собой. Это где написано? Вот. Там ничего у вас такого не написано. Там для вас приказ. Не для вас. Паспорт вообще ко мне не относится. Если вы какие-то с паспортом хотите отношения иметь, то, пожалуйста, обращайтесь в МВД России. Это имущество МВД. Ко мне отношения не имеет никакого.
Вы же прекрасно знаете, у вас там 5 баз. И к ЗАГСу все присоединено, и к налоговой, и у вас все персональные данные. Там все есть, уже собрали, и еще все хотите, все мало. Все же у вас уже есть в вашей базе. Есть у вас все. Все вы там видите в этой базе. И у кого какие долги видите. И все там видите. Я прекрасно это знаю. Паспорт мне не надо, это вам надо, для вас приказ. Паспорт, у нас не военное время. Конечно, у нас военное положение, вы об этом просто не знаете. Чек. Может быть, заинтересуетесь, так узнаете. Благодарю вас за службу, до свидания. Так, ну вот, 121-е почтовое отделение, город Волгоград. Это Спартановка.